С Днем Ангела, дорогие именинники! Жизнь, полная добрых дел, жизнь благочестивая, нередко добавляла к святым именам святые прозвища. И так появилась Анастасия, узорешительница. Так Симеон стал странноприимцем. Сегодня мы расскажем о человеке, которого звали Зотик. Это слово происходит от греческого слова «зои», то есть «жизнь», то есть «жизненный». За его добрые дела назвали его «сиропитателем», то есть «питателем», «кормителем», сирот, нищих, обездоленных людей. Зотик был знатный римлянин. Он жил в столице империи, в Риме, при императоре Константине Великом. Когда император перенес столицу империи из Ветхого Рима в Константинополь, на Босфор, то Зотик переехал вместе со своим императором туда, в новую столицу империи. А в этой новой столице он по чаянию вдруг стал много молиться, богослужения посещать очень часто. Впоследствии раздал все имение нищим, принял священный сан и, выпросив у императора помощь большую, построил странноприимный дом, в котором стал принимать больных и нуждающихся. В особенности Зотик не обходил вниманием прокаженных людей. Проказу в те годы не лечили, и прокаженный считался заживо умершим. Иногда даже в средние века прокаженного приводили в церковь и совершали над ним чин отпевания, потому что он уже как будто бы покойник. Был приказ такой, был такой обычай, согласно которому воины вылавливали прокаженных, чтобы они не заражали других людей, и бросали их в море, отвозя их на кораблях. Так вот, Зотик обратил внимание на этих людей, стал собирать их в свой странноприимный дом, облегчать их участь тем, что кормил их, как мог, лечил, одевал, молился за них. Когда Константин умер, на престол взошел сын Константина Констанций. Он не был так же благочестив, как его покойный отец. Он был последователем арианской ереси. И он захотел вернуть у Зотика те сокровища, которые когда-то давал ему отец. Зотик повел императора в свой дом, показал, вот на что я истратил деньги, полученные от императора. Вот дом, вот люди, которые здесь питаются и получают благодеяние. Но Констанций не хотел этого понимать, он требовал сокровищ, сокровищ не было тоже. И тогда он повелевает привязать к хвосту дикого мула этого священника и ударами плетей погнать мула по улицам. И влачимый, привязанный к хвосту дикого животного, Зотик, истерзанный до костей, предал Богу свою душу. На месте его кончины забил источник целебной воды. Случаи убийства святых людей из похоти денег, из желания найти какое-то сокровище, не единичны. Вспомните Серафима Саровского. К нему в дебри пустынные как раз пришли злые люди, думали, что к нему приходят какие-то пожертвователи и оставляют у него какие-то суммы денег. Они избили до полусмерти Серафима Саровского, проломили ему голову топором, едва не убили. Обыскали келью, нашли там только книги, мантию, деревянную ложку. Самый нехитрый скарб пустынника. В Киево-Печерской лавре были два монаха, Федор и Василий, которых тоже уморили дымом, замучил князь сребролюбивый, который хотел получить у них некое сокровище. Архидиакон Римской церкви Лаврентий также был призван к императору на суд и выслушал повеление отдать сокровище церкви. Лаврентий позвал тысячи нищих, которых кормила церковь в христианское время, и показал, вот сокровище церкви, в них оно спрятано, потому что от нашей трапезы питаются эти люди, мы помогаем им жить. И тоже был замучен, его испекли, заживо испекли на железной решетке. То есть убийство святых из желания взять у них что-то денежное, материальное, вещественное, это частый случай в истории христианства. Радует то, что сокровище, собранное Зотиком, а также всеми другими святыми, нельзя украсть, нельзя положить в мешок, оно сберегается еще и с большими процентами в том царстве, где вор не подкапывает и не крадет, и где моль и ржавчина не истребляют. Сегодня мы поздравляем, кроме Зотика, с Днем Ангела Макария, Анисию, Тимона и Феодору. С Днем Ангела, дорогие именинники, радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.